Ревизию муниципального имущества в трех общежитиях проведет межведомственная комиссия. Проверку проведут в рамках подготовки жилого фонда к осенне-зимнему периоду. К работе привлекут специалистов миграционной службы. Об этом доложила первый заместитель мэра Анапы Светлана Яровая. У нас на Ленина в общежитии половина живет непонятно на каком основании, непонятно почему, не прописаны там. Поэтому группу надо создавать, включать туда сотрудников миграционной службы, готовить под мое распоряжение. Вот, полицейский участковый должен быть, фамилия должна быть, не просто сотрудник полиции, а фамилия. И проверить по полной программе. Эти люди ни за что не платят, ни за тепло, ни за воду, ни за электроэнергию, понимаете? Поэтому там, ну, назвать даже домами это тяжело. И я уже сколько раз говорил, отдайте все это на приватизацию. В городе-курорте реализуется краевая программа по установке приборов учета. И в этой работе глава города призвал чиновников сотрудничать с представителями органов территориального самоуправления. Они досконально знают все дома, и их знания помогут предотвратить многие проблемы, связанные с установкой счетчиков. В 2015 году городской бюджет перейдет на программную основу в тестовом режиме. У вас есть время сегодня поинтересоваться у своих вышестоящих кураторов в администрации субъекта, какие программы работают на территории Краснодарского края. Хочу отметить сразу же, с чем это вызвано. Далее терпеть такое положение я не собираюсь. Уверен, что большинство из руководителей просто не владеют ситуацией, какие программы по их линиям работают на территории Краснодарского края, федеральные и краевые. Так дальше продолжаться не может. Заместитель мэра Анапы Яна Дуплякина отчиталась об итогах инвестиционного форума в Сочи, отметив эффективную работу анапчан. Наше муниципальное образование было представлено в двух павильонах. Мы представляли свои проекты в павильоне Краснодарского края и в павильоне муниципальных образований. Представляли 26 инвестиционных проектов и 32 площадки. В итоге мы подписали 12 соглашений на сумму 4 миллиарда 744 миллиона рублей. Мы вошли в пятерку лучших муниципальных образований по подготовке и по участию. Хочу поблагодарить всех, кто подготовительную работу осуществлял, всех, кто работали там. Впервые я увидел такую организованность, слаженность, четкость. Молодцы. Молодцы, вот так все мероприятия должны готовиться. Глава города отметил, реализацию инвестиционных проектов будут контролировать на каждом этапе. Слепой застройки города не допустят. Чуть менее года назад принят генеральный план развития Анапы. Документ основополагающий, но не догма. В генплан вносят изменения с учетом особенностей города-курорта и в интересах анапчан. Такой же принцип сохранится при работе с инвесторами и застройщиками. Благодарность мэра получили все организаторы, причастные к проведению праздников в минувшие выходные. Силовики отметили, все городские массовые мероприятия прошли без происшествий и нарушений правил общественного порядка. Хочу сказать, что молодцы. Организация хорошая, но давайте договоримся так. Это последний праздник такого масштаба, который мы проводим на этой площади. Будем проводить на стадионе. Идею приняли. Трибуны стадиона более вместительные, а значит, на праздниках сможет побывать больше людей. Заместитель мэра Анапы Людмила Терещенко подняла вопрос о благоустройстве пляжей. Крайние меры будут применены к тем, кто не слышит требования городских властей. Нерадивых собственников, гостиниц и баз отдыха, эксплуатирующих пляжные территории, не вкладывая ни капли усилий в их содержание, в будущем году лишат возможности пользоваться правами аренды. Участки передадут под контроль МУПАКУ. У нынешней команды есть положительный опыт работы на результат. И в завершении планерки глава города предупредил еще раз спецслужбы быть в полной готовности во время непогоды. В крае в ближайшие двое суток ожидаются ливни, грозы и шквалистый ветер. Весь состав в Анапе должен быть готов оперативно ликвидировать последствия стихии и предотвратить возможные подтопления.